Юг России приходит в себя после сильнейших снегопадов. В Сочи намело огромные сугробы. Сложнее всего ситуация на дорогах. Зимние резины здесь практически не пользуются, и машины становятся просто неуправляемыми. Одно из самых крупных ДТП произошло с автобусом. Водитель, очевидно, не смог вырулить на скользкой дороге и съехал в кювет, протаранив при этом 4 припаркованные на обочине легковушки. Обошлось без пострадавших. Антициклон стал причиной резкого похолодания и в Крыму. Температура на полуострове опустилась до минусовых значений. Кое-где было зафиксировано 10 градусов ниже нуля.